На центральном стадионе около 40 человек. Все они игроки футбольных команд спортшколы Одинцова. На занятия по спортивной подготовке приходят ребята от 7 до 18 лет. Старшие играют в двух молодежных командах. Во время тренировок на поле работают тренеры, настоящие специалисты своего дела. У нас 12 тренеров на футболе, ну, достаточно высокого уровня, и мы над этим повышением мастерства тренера мы постоянно работаем. У нас даже тренер Валентин Чапалькин по приказу назначен как наставник для более молодых тренеров. Команда Тимофея участвует в соревнованиях Московской области. В прошлом году юные футболисты заняли второе место в первой лиге и первое в клубном зачете. Есть шанс, понятное дело, попасть и в московские клубы, может, какой-нибудь Краснодар, в Питер. Но, если что, после выпуска у нас есть две молодежные команды, в которые тоже с удовольствием заберут нас, так сказать, где мы сможем продолжить наш футбольный путь. Интенсивность, специальный комплекс упражнений, отличные условия для футбольных игр. Тренировочный процесс в спортшколе всегда организован на высоком уровне. Неоднократно мы говорим о прекрасном стадионе с раздевалками, с полем. Есть хороший манеж, есть беговые дорожки. Мы все это используем. Вот. Очень много детей занимаются. Сейчас практически в летнее время у нас все поле занято. С 9 утра до позднего вечера все команды тренируются. На тренировке ребята отрабатывают атаки и новые комбинации. Занятия на стадионе проходят регулярно, вне зависимости от погодных условий. 9 команд играют на первенстве Московской области в высшей группе и занимают 6-ю позицию. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».